Всем здрасте. Столкнулся я с потребностью для своей машинки найти эстакаду, чтобы посмотреть, что там происходит вообще у меня внизу на днище, и заделать некоторые мои нюансы по ржавчинке. Зачистить и замазать. Искал, и вот нашел вот такой вот замечательный гаражный кооперативчик в Брне. Так, сейчас я переключу камеру. Так, продолжаем. Вот такой вот гаражный кооперативчик. Тут даже вон лодка стоит. Небольшой. И вот такое чудо на ней. На этом гаражном кооперативе. Эстакада. Я уже почти половину своих дел сделал. Вот у меня тут разложено инструмент. Один моментик небольшой. Колесики чуть-чуть упираются у меня в края, и с той стороны также, так что сильно широкие не подойдут сюда машинки. Так, ну и вот, собственно, можно вот такой вот лицезреть. Она в полный мой рост, то есть я сейчас стою полностью выровнявшись, и все прекрасно, как бы головой нигде не чиркаю. Рост у меня 1,77 м. Так, ну что, страшно, ну поехали. Всем приветик! У нас сегодня такой день, Пасха, католическая Пасха, и мы, ну, решили ее отметить, как всегда. У меня сел голос. Слышно? Я думаю, слышно. Муж идет в магазин, а я покажу, чем мы занимаемся. Чем мы занимаемся, Игорь? Бульба холодная, я ее уже не хочу чистить. Картошку чистит Игорёша. Ну, чего холодная? Кстати, вот эти шарики когда просила снять? До сих пор висят. Вот эти. Вот эти. А мы печем Пасхи. Идет процесс приготовления Пасок. Пеку не я, поэтому не знаю, что здесь происходит. Добавляется цедра, все дела. В общем, моя задача сейчас салаты перемешать с майонезом. А так будут у нас Пасочки. Я даже купила в украинском магазине формы для Пасок. Ездили мы в украинский магазин, я купила формы по 15 крон за штучку. Это получается, ну, как бы такие поменьше. Есть немножко побольше, то там за штучку 17 и больше. Ну, в общем, я за 15 купила. Тут у нас процесс пасок приготовления. Здесь есть даже такие композиции с зайчиками, ну, в общем, классные. Тут тоже. Это все дети делали в школе. Все эти композиции. На улице у нас мы хотели пожарить шашлычки, но вроде нету этого дождя. Ну, как-то так непонятно. Непонятно. Одуванчики уже вовсю. В этом году такое расхождение с нашей Пасхой. Обычно у нас неделя, а в этом году больше месяца. Наша Пасха когда там? В мае, по-моему. А это 31 марта. Так что мы собрались. Еще пока не все. Сейчас еще соберемся. И будем выпекать пасочки, отмечать, пить зеленое пиво, которое в четверг не удалось нам попить. Будем пить сегодня. Деточки, конфеточки тоже якобы чем-то заняты. Да, деточки, конфеточки? Да. Помощнички, иди дочисть картошку мне. Да, сейчас.
к помощничке. Вот такое тесто подошло. Класс. И что теперь, его опять жмакать? Да. Ясно. Ясно. В общем, процесс продолжается. Процесс продолжается. И вторые тут у нас тоже подходят. Ну, в духовке, в общем. С моим... Ну, кстати, как мой голосок стал получше? Прорезается, прорезается голосок. Да? Лицо, знаешь, как будто я сюда больше вообще не приеду в жизни. Зеленое пиво. Знаешь, судя, вы меня больше сюда не заманите. Спускаемся. Идем жарить шашлычки. Ну как, мы, вернее, несем, чтобы жарили шашлычки. Кто в мехах, а кто в футболке. Ну, в общем, погода такая понятная для всех. Вон, кто в футболке, а кто в мехах. Так, где там наши шашлыки? Ветер, конечно, сегодня такой сильный вообще. Очень сильный. Я надеюсь, наш дым никому не мешает. Потому что кроме нас тут не жарят шашлыки. Ну, как не жарят? Место есть, но я не видела, чтобы жарили. Ну как тут? Тепло? Тепло. Осторожно. Хорошо. Все, мы принесли мяско, шампура. Распалили костричок, мангальчик. Будем делать мяско, шашлычочки. Не надо побольше его, типа. Не надо побольше огня. Палочкой не надо побольше огня. А побольше палочек? Побольше палочек сейчас можно. Я же тебе уже давно сказал, Игорь, побольше принеси, только не бросай в огонь, просто принеси. Принеси и положи. Наш домик. Разгорается. Уже почти доходит. Еще пару минут. Пойдем. Вот уже. Видишь, так вот надо делать класс. Правильно. Вот это самое большое. Я понял, да. Пихнем. Давай. Видишь, и течь не будет ничего. Все? Достаточно? Ну, не знаю. Нет? Добавить бы там. Нет, ничего не слышу. Давай, давай. Все, я надеюсь, что вам достаточно. Я уже работаю. Все молодцы, все пределы. Карина, запоминай рецепт. Момент позора. Давай, момент позора. Только выключи свет. Подожди, при чем тут свет? Ты это. Что ж ты делаешь? Нет, ну подтянулась. Ну как же за логика? Саша, ну кто проиграл? Играла.
первый раз. Пасху каждому руку добавить. По Пасху поедите? По Пасху поедите. Я выбирала. Что такое? Я... Давай, ты покажешь все. Мешаю? Я выбрала это яйцо. Замечательно. Не привык, да? Давай, это... Да, да, да. Там у них фестиваль, не? Ну... Давай, мама, битва яйца. Сейчас, давай, сфоткаем. Давай, поворачивай. Ну, становитесь. Ладно. Давай, давай. Давай, 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 давай. О, все, чемпион. Мама. Нет, честно, бьешь носиком к носику, а не как попало. Ха! Ха! Давай, Стелли, ты. Ну, ку- ну что, да, он всех переломал. Да то, что правильно делает, она сначала закрывала. Карина, последний шанс есть. Карина, да, закрывайся за нас всех, давай. Возьми какой-нибудь. Давай. Лупи его, лупи его. Ну не первый. О, все. А я отложила. Да, добивает. Это непробиваемое яйцо. Что, абсолютный победитель. Абсолютный победитель. Да. Она что, ломается? Что? Все, Вадюша, все. Итак, мы приехали на миндалевые поля. И видео, ожидание, реальность. В общем, сумасшедший ветер, что с волосами вообще не было. Суть в том, что снимаю видео, ожидание и реальность. Абсолютно не то, что было в инсте. Я вам выложу кусочек, то, что мы видели в инстаграме. И то, зачем мы сюда приехали. Вот таков результат. Нет, ничего, облетали уже все. Ветер просто сумасшедший у нас несколько дней. Мы приехали сюда в выходные, которые у нас на Пасху, нашу католическую, ну, чешскую католическую Пасху. И голос мне еще не вернулся. Да, со вчера. Вот. И мы приехали здесь пофоткаться. Но красоты тут нет. Цветочков тут нет уже красивеньких. Адрес я вам оставлю. Может быть, в следующем году надо раньше сюда ехать. Интересно, мои малые уже там, наверное, наверху. А я иду. Ветер просто сумасшедший. Ну что? Не захотел идти. Видели машину с ресничками? Вот. Машина с ресничками. Малышка такая. Нашли красивое дерево. Наконец-то. Хоть одно. Одно единственное. Хотели найти целую аллейку, нашли одно дерево. Так, на земле. Вот, смотри, сюда. Вот сюда. Встаньте под дерево. Вот, два. Смотрим на меня. Thank you.
Терпение. Все. Ну и поцелуй. О, там еще есть. Кого мы в парке нашли? Козу. Зайчик. Да какой зайчик? Это коза. Зайчики не такие огромные, но ушки похожи на зайца. Вот этот что сидит. А вон, подожди, сейчас покажу на камеру, смотри. Я огнец взяла на него? Не надо, на это не будет. Не руку пхать, а одним пальчиком. Он тут малыш. Маленький малыш. Ну, как минимум, кормушку что-то засыпало. Ну да. Я Таню пытаю. Вот что это за дерево нашлось? Google поиск. А, ну, в принципе, да. Чакану, воды. У мене немає інтернету, я весь свій інтернет використовую. Красотища в Брне. Очень красиво все. Все, погуляли. Тут ветра вообще нету, шикарно. Едем домой продолжать кушать, продолжать пасочки хомячить. А следующий апрель месяц. Малые у меня поснимали куртки, я все тащу. А следующий апрель месяц у нас месяц спорта. И наесться, значит, пасок. А через 4 дня все. Все, мы занимаемся спортом целый месяц. Мы приводим себя в норму. Вот, так что пошли кушать паски. Что придумали мои дети? Дискотеку в ванной. Аквадискотеку. Аквадискотеку. Значит, я не пойму, это моя пена, да? Вот да. Это вот запах моей пены уже растраченной, которую я экономлю, нет, да? Нет, ее не растрачили. Вадик ее только чуть-чуть добавил. Вода хоть не холодная? Нет. У вас так. Шарики, аквадискотека. И здесь, пожалуйста, вот. Покемоны карты. Хорошо, у вас еще 10 минут? Нет. И нам во-первых, не надо мне тут возмущаться. А во-вторых, у вас вода остынет. А в-третьих, долго нельзя в воде. Вы же не ихтиандры какие-то в воде сидите. А что значит, если долго в воде? Ну, плохо. Коже будет плохо. Так что давайте. Да. Давайте власти через 10. У вас вообще дышать нечем, я могу сказать. Нет, у нас достаточно чисто. Духота.